Приветствую всех любителей экшен-игр. Сегодня мы с вами затронем тему самых захватывающих файтингов, доступных на ПК и игровых консолях. Почитав ваши комментарии под предыдущим моим роликом про файтинги, решил составить новый ролик про топ-10 лучших файтингов, которые точно порадуют любого геймера. И перед тем, как не начать, не забывайте, что под видео вы найдете ссылки на магазины, в которых огромный выбор колоссальных игр, и все это по доступным ценам. Абсовер – приключенческая игра в жанре экшена, где ты займешься беспощадным уничтожением своих противников. Создай своего уникального героя, наделив его определенными способностями и навыками. А также не забудь скрыть его обличие за маской, чтобы быть неуязвимым и оригинальным. Твой герой будет обладать рядом различных приемов и атак, которые будет исполнять во время очередной схватки с вражеской стороной из некой боевой колоды. Перед тобой откроется выбор из нескольких боевых стилей. Выбери понравившийся и отправляйся на путь славы и победы. Графика в игре проработана на высшем уровне, также может порадовать детализированная анимация и система ведения боя. Также в твоем арсенале будут иметься крутые приемы с применением магии, что очень тебе пригодится в противостоянии с более могущественными соперниками. Игра подразумевает многопользовательское прохождение, но есть также и одиночная игра, где ты сможешь набраться знаний и умений, а затем отправиться на сражение с реальными участниками баталий. Soul Calibur 6 – продолжение культовой игры, разработанной в жанре файтинг, где тебе предстоит отправиться в мир фэнтези и сразиться с самыми сильными противниками, которые всеми силами будут стараться лишить тебя жизни. Ты попадаешь в игру, где необходимо сражаться за собственную жизнь, поэтому ты всегда должен быть готов к неожиданным поворотным событиям, а также к самым разным по степени сложности соперникам. Игра точно придется по вкусу всем любителям ожесточенных сражений с разновидностью оружия, героев и боевых приемов. Игра была наделена не только улучшенной визуальной составляющей, но и отличным арсеналом боевых способностей для главных героев, что точно порадует любителей предыдущей серии. Для начала выбери подходящего для себя героя, а затем вступай в жестокую схватку с врагом, одолеть которого без должного уровня навыков будет не так-то и просто. Игра динамичная и порадует тебя своим исполнением, а также ты будешь выполнять самые разные задания, чтобы спасти мир от коварных представителей вражеской силы. The King of Fighters 15 – новая часть из серии популярных файтингов, которая обрела еще большую динамику и массу новых возможностей для игрока. Становись на пути сопротивления в роли главного героя, дай отпор всем, кто посмеет встать на сторону зла. Игра предлагает познакомиться с множеством новых героев, пройти испытания и раскрыть секреты, которые хранятся в этой долгой истории. Что касается игровой системы, то она также была отлично проработана и позволит в полной мере ощутить себя настоящим воином. Врагов будет огромное количество, поэтому тебе необходимо позаботиться о развитии боевых характеристик и изучению новых приемов. Присутствует масса интересных сетевых режимов сражений, которые позволяют беспрепятственно уничтожать всех противников на своем пути. Проявляя смекалку, быстродействие, продумывая действия наперед и обеспечивая главного героя всем необходимым для достижения поставленной цели. Guilty Gear Strive – динамичный игровой проект, который был разработан в популярном жанре файтинга и готов порадовать всех поклонников выходом новой и еще более увлекательной и захватывающей серии. Первым делом стоит отметить обновленное графическое исполнение, рисовка которого исполнена от руки и создает в совокупности со звуковыми эффектами совершенно уникальную атмосферу. Тебя вновь ожидает яркий и непредсказуемый мир, множество интересных событий, динамичные сражения, интересные персонажи и самые опасные соперники, одолеть которых будет очень непросто. Сосредоточь свое внимание на развитии главного героя и улучшении собственных навыков, которые позволят повысить шанс на победу в том или ином поединке. Оппоненты будут самыми разными, с индивидуальным стилем боя и дополнительными возможностями, которые могут раз и навсегда тебя уничтожить. Прояви все свое могущество и силу, возьми в руки смертельное оружие и дай отпор всем, кто посмеет стать на твоем пути. Разработчики старались вывести жанр файтинга на новый уровень, что у них довольно хорошо получилось. Tekken 8 – продолжение культового файтинга, напрямую продолжающего историю предыдущей части. В сиквеле возвращаются как многие полюбившиеся герои, так и вводятся новые бойцы. Представлена полноценная сюжетная кампания, рассказывающая драматическую историю семьи Джина Казама. Также вас ждет множество разнообразных режимов, включающие мультиплеерные бои, различные испытания, локальный кооператив, возможность кастомизации бойцов и так далее. Игровой процесс Tekken 8 базируется на комплексной боевой системе, основанной на заучивании комбинаций и тайминга соперников. У героев есть по 4 вида ударов, по 2 ногой и рукой. Можно прыгать, приседать, уворачиваться от атак, блокировать и контратаковать. Также каждый персонаж может проводить по 6 видов захватов, по 2 со спины, сбоку и с фронта. Присутствуют также и суперудары, от них мы никуда не ушли. Каждый боец Tekken 8 по-своему уникальный. Героям доступен набор индивидуальных движений. Геймплей относится к типу легко играть, тяжело освоить. В игру легко втянуться даже новичкам, однако, чтобы в совершенстве овладеть хотя бы одним персонажем, предстоит изрядно потрудиться.
Mortal Kombat 11 – это долгожданное продолжение легендарного файтинга, который может предложить геймерам отправиться в совершенно новое приключение с уже знакомыми и новыми персонажами. Игрокам необходимо будет хорошо постараться для того, чтобы действительно показать хорошие способности во время сражений, а также одержать победу над даже самым серьезным противником. Игрока ожидает совершенно новая сюжетная линия, зрелищные бои, огромное количество других особенностей, которые придутся по вкусу поклонникам данного жанра. Огромное количество персонажей, анимированные арены сражений, а также полюбившиеся добивание противника в стиле Fatality. Эта игра является идеальным вариантом для того, чтобы выплеснуть стресс и негатив. Только в таком случае можно будет получить звание самого лучшего бойца. Игровой процесс по-настоящему динамичный и крайне зрелищный. Именно за это данную франшизу так сильно любят игроки по всему земному шару. Crown Blue Fantasy Versus – классика игр, исполненных в жанре файтинга, где ты отправишься в фантастический мир, чтобы избавить его от всех, кто посмел принять сторону зла. Сюжетная линия познакомит тебя с главным героем и его верным другом Маленьким Драконом, с которым они вместе отправляются навстречу невероятным приключениям. В один момент ты получаешь неожиданную весть от своего отца, который считался потерянным без вести уже на протяжении долгих лет. Приняв решение немедленно разобраться в этом деле, ты и твой соратник отправляетесь в путь. Будьте готовы к преградам и опасностям, множеству уникальных персонажей на пути и тайнам, которые необходимо как можно быстрее раскрыть. Игра наделена великолепной визуализацией и порадует игроков незаурядной линией сюжета с неожиданными поворотными событиями. Что касается боевой системы, то она предлагает тебе выбрать одного из многочисленных персонажей, каждый из которых обладает особыми навыками, а затем стать частью динамичных и немного безумных сражений с могущественными и коварными оппонентами. Street Fighter 6 – одна из самых культовых игр в бойцовском стиле, где ты снова сможешь взяться за управление хорошо знакомыми персонажами. Более того, у тебя будет возможность познакомиться с новыми, более усовершенствованными и более крутыми персонажами, а затем вместе с ними отправляться на феерические сражения, участвуя в самых разных боевых сражениях за звание лучшего бойца мира. Тебя ждет огромный открытый мир, который основан на самой современной графической составляющей, что позволит тебе более глубже окунуться во все происходящее и ощутить себя в реальном мире. Теперь все сражения приобрели более зрелищный вид, и ты сможешь принять в них свое непосредственное участие. Помимо того, что улучшена графика, также тебя ждет обновленная механика действий и разнообразие всевозможных приемов. Medley Blood Type Lumina – крутое продолжение игрового проекта, разработанного в жанре двухмерного файтинга, где все действия будут исходить с видом сбоку. Будь готов с головой окунуться в интригующую историю и постараться сразить на повал немалое количество оппонентов. Отправляйся на просторы необычного города, который хранит в себе множество нераскрытых тайн. Пройди все преграды и сделай все, чтобы успешно завершить миссию. Тебя ждут битвы на многочисленных аренах, самые разнообразные враги, которые обладают уникальными характеристиками и разным стилем боя, а также секреты, раскрыть которые будет не так просто. Первым делом игра предлагает выбрать главного героя, которых здесь масса, и каждый из них обладает индивидуальным как внешними данными, так и боевыми характеристиками. Как только дело будет сделано, смело отправляйся истреблять врагов, тем самым спасая мир от полного уничтожения. Проект предлагает динамику игрового процесса и крутую визуальную составляющую, что несомненно порадует как поклонников серии, так и новых игроков. UFC 5 – это долгожданное продолжение самой известной в мире франшизы о смешанных единоборствах. В игре представлены легендарные бойцы. В начале серии игроки могли сразиться с Брюсом Ли, Майком Тайсоном, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и даже с самим Данной Уайтом. На этот раз обладатели подарочного издания могут сыграть за Федора Емельяненко, Мухаммеда Али и точно так же Майка Тайсона. Стоит отметить, что игра уже давно поддерживается разработчиками, которые регулярно добавляют в игру новых бойцов. На этот раз разрабы подготовили ряд замечательных улучшений и инноваций для игроков. Во-первых, UFC 5 использует новый движок Frostbite, который зарекомендовал себя в таких играх, как FIFA, NHL и Battlefield. Благодаря этому в мире присутствует реалистичная графика, а сражающиеся бойцы выглядят максимально приближенными к реальности. Существует более 64 тысяч возможных вариантов травм лица. Это как в реальном бою, когда игрок получает серьезную травму, врач может вмешаться в процесс и закончить файтинг. Причиной процедуры может быть перелом носа или припухлости вокруг глаз. UFC 5 вряд ли будет чем-то отличаться от своих предшественников и предлагает игрокам сразу несколько интересных игровых режимов. Один из таких режимов – режим онлайн-карьеры, в котором вы можете сразиться со своими соперниками-бойцами по всему миру. UFC 5 предлагает новую анимацию ударов и того, как на них реагировать. Кроме того, новая графика имитирует массу врагов и тяжесть сражений с ними. Как итог, я рассмотрел 10 невероятно захватывающих файтингов, которые, безусловно, сделают ваше игровое время еще более ярким и адреналиновым. Выбирайте своих любимых бойцов, разрабатывайте свои уникальные тактики и отправляйтесь на арену, чтобы завоевать звание настоящего мастера единоборств. Благодарю вас за внимание, не забывайте подписываться на канал и писать комментарии. Увидимся в следующем видео и спасибо за просмотр.